Парковка рядом с одним из торговых центров в Самаре. Места рядом со входом отведены для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом говорят специально установленные знаки. Но многие водители их игнорируют. Сергей Татаринцев на инвалидности раз в неделю отправляется за покупками. Рассказывает, быстро припарковаться удается не всегда. Да все забито. Приходится искать где-нибудь на краю. Потому что шансов... Если даже ты поставил на место, как положено, подъедут поближе, дверь не откроешь. Причем заявляет: я не водитель, я пассажир. Захлопывает дверь и уходит. Ситуация меняется лишь в присутствии инспекторов ДПС, которым снова и снова приходится напоминать водителям о правилах дорожного движения. К борьбе за справедливость к ним присоединились и члены общественного движения «Молодая гвардия». Мы занимаемся тем, что формируем сознание у людей. Вот. И вот такими маленькими-маленькими победами мы меняем сознание людей, заставляем их думать по-другому, заботиться о тех, у кого возможности ограничены. Сами нарушители оправдываются, никого обидеть не хотели, а знаков попросту не заметили. Просто заехал в потоке машин, грубо говоря, поэтому как-то я следил больше за движением немножко, потому что здесь еще на входе идут люди, то есть, ну, пешеходы, среди пешеходов машин немножко проманеврировал, так сказать, и не обратил внимания на знак. Я просто очень редко пользуюсь этим магазином, здесь так получилось, что чуть ли не первый раз приехала и не увидела сразу знак. Платой за невнимательность может стать составленный протокол. Штраф за подобное нарушение от 3 до 5 тысяч рублей. Отсюда вывод: быть вежливым дешевле. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.